В Чебоксарах состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканских профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Победитель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии 2021» стала учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа номер 12 города Новочебоксарска Чувашской Республики Егорова Василиса Валерьяновна. Поздравляем! Номинаций конкурса немало. Определяли учителя года, воспитателя года, самого классного классного. Эти люди без преувеличения отдают сердце детям. И неважно, какой у них статус. Учитель начальных классов и английского языка школы номер 12 города Новочебоксарска Василиса Егорова работает педагогом уже 15 лет. Признается, что победа стала для нее приятной неожиданностью. Непередаваемое ощущение, конечно же, это волнение, это радость. Я хотела бы поблагодарить команду нашей школы, администрацию нашей школы, всех моих коллег. Я считаю, что это наша общая победа, и мы к ней шли и достигли. Я сейчас счастлива не только потому, что я являюсь победителем этого конкурса, но и то, что меня окружают дети мои любимые, моя школа, мои коллеги, родители. Поэтому мы все работаем вместе, воспитываем будущее поколение. Это, конечно же, совместная работа. Самым классным классным стала Ксения Кале, учитель гимназии номер 1 города Чебоксары. Звание педагог-психолог года Чувашии 2021 получила Ксения Яранова из 65-й столичной школы. В торжественной обстановке назвали имена победителей 6 конкурсов. Только в сердцах педагогов есть вот это чувство гордости за свою республику, понимание будущего для наших детей. И сейчас, на мой взгляд, наступило совершенно интересное время, которое дает нам возможность формировать внутренний мир ребенка. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика.